Жители Челябинской области стали фигурантами уголовного дела в Туве. Они обвиняются в даче взятки в крупном размере должностному лицу. В информации следствия, 24 октября в одном из кафе на улице Дружба мужчины передали 300 тысяч рублей сотруднику тувинской таможни. Вознаграждение предназначалось за отмену конфискации автомобилей, изъятых сотрудниками таможни, и прекращением проверки в отношении обвиняемых. Обвиняемые были задержаны с поличным в ходе передачи взятки сотрудниками ФСБ по республике в ходе оперативно-розыскного мероприятия. Сотрудник таможни о предложенной взятке своевременно в соответствии с законодательством Российской Федерации уведомил свое вышестоящее руководство и правоохранительные органы. И в настоящее время с участием обвиняемых проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы. Судом в отношении обвиняемых по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.